Всем привет, Blender 2.91, и вот захотел сделать анимацию именно с картами. Информации по этой теме в принципе я не нашел, только гифки, и то пару штук. Ну, давайте посмотрим, как это все дело можно заанимировать. Итак, нам понадобится 3, 4, 5, можно 10 карт, без разницы. Это чисто продолжительность будет анимации времени. Так, сразу на нулевой кадр ставим таймлайн внизу и переводим здесь старт на 0. С нуля начнем. Это нам понадобится, мотаем, чтобы у нас был первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее кадры. Так, на нулевом прописываем все вот эти вот именно положение вот этих карт. Как сделаем? Давайте, наверное, да, в объектном режиме будем писать. Выделяем карты и прописываем А и. А это выделение. И так, возьмем, наверное, локация, ротация. Вот у нас первый кадр есть. Теперь нам понадобится первый кадр. Ставим семерку на нампаде. Выбираем вот первую карту, вот эту. И попробуем ее транспозом. Так, пардоньте, здесь трансформ. Повернуть. Ну вот. Где-то вот в таком положении. И прописываем А и локация, ротация. Карта должна стоять вот боком. Это вот на первом кадре. Переходим на второй кадр. Так, смотрим, вообще работает тут все. Ну, в принципе, работает. Теперь на второй кадр. Так, так, так. И теперь семерка на нампаде. Вот эту вот первую карту выбираем. Делаем ее ровно. Вот так. И выбираем вторую. Вторую делаем в пол корпуса. Вот так вот, в полоборота, вот, по квадратам тут можно посмотреть. Опять же, А, И, локрот, единица на нампаде. Зачем это делается? Чтобы можно было видеть вот этот переход. Вот сейчас я вам покажу. Тут чуть-чуть картинка запаздывает, я ее пока на отключу. И вот карта пошла. Сейчас вот третью сделаем, и вот эти вот 3-4 кадра покажут, что вообще происходит. Так, ставим семерку на нампаде. Теперь первую карту на третьем перекручиваем до конца. Выбираем вот эту вот вторую карту и ставим ее ровно. Вот так вот где-то. И пишем А, И. Локация, ротация. Единица на нампаде. Ну вот уже что-то. Делаем четвертый и таким же образом. Если теперь вторая карта стоит у нас ровно, то вот это теперь с запозданием будет идти. Здесь две карты, именно как объяснить. Итак, у этой вот 0. Потом это выходит первая карта на полоборота. Потом первая карта становится ровно, а это выходит на полоборота. И вот так теперь это выравнивается, первая карта, а это выходит на именно на полноборота, ну как вот, на полоборота тоже. Так, короче, делаем, проверяем, смотрим. Итак, четвертый кадр, семерка на нампаде. Вторая карта у нас перекручивается полностью. Вот так вот. А вот эта вот третья карта, вот эта, становится в полоборота. Ну, так где-то. А, И, локация, ротация. Так, единица на нампаде. Ну вот, вроде
Перехлёст есть. Делаем пятый кадр теперь. Так, семерка на нампаде. На пятом кадре вот эту карту мы просто ставим теперь вот в это положение полоборота. И пишем А, И, локация, ротация. Хотя можно продолжать, вот как первые карты идут, и к ним потихоньку, вот к первой карте мы притягиваем поворот второй. Когда первая уже повернулась, то мы ко второй притягиваем точно так же именно третью. Здесь вот получается, мы первую привязали ко второй, третья идет уже в принципе сама по себе. И вот сейчас на каком обороте надо посмотреть вот эту вот четвертую карту начать двигать. Так, мы на шестой кадр выходим. Будем работать сейчас и с этой картой, и с этой. Так, семерка на нампаде. Теперь на шестом кадре мы это выравниваем дело. Третью карту переворачиваем полностью. И выбираем теперь четвертую карту и ставим ее в полоборота. Вот так вот. Пишем А, И, локация, ротация. Переходим на седьмой кадр. И здесь вот как... Так, получается у нас вот эта карта. Вот эта. Четвертая. На седьмом кадре, как и третья, отдельно работает. Без вот подключения пятой. Мы ее теперь опять же ставим в полоборота. И по идее теперь, если это стоит в полоборота... Так, прописываем сначала все это дело. А, И, локация, ротация. И вот когда карта стоит в полоборота, кто у нас тут в полоборота стоял? Так. Ну вот, в полоборота, только... Так, вот, вторая, первая и вторая почти синхронно поворачиваются, с задержкой чуть. Потом... Третья сама по себе уже проворот делает. Четвертая тоже сама по себе. И вот сейчас на восьмом должна подключиться вот эта пятая карта. Делаем семерку на нампаде. И значит, теперь у четвертой карты полностью полный оборот заканчивается. А вот пятая карта выходит на полоборота. Ну, в принципе... Сейчас объясню, постараюсь. Так, А, И, локация, ротация. Так, единица на нампаде. Получается, первая карта работает вместе со второй. Потом третья карта работает на двух кадрах сама. Четвертая работает точно так же на двух кадрах сама, хотя к ней можно подключать уже было пятую. Ну, посмотрим, что получится. Получается, они разбиты на пары. Первая, вторая, третья сама, четвертая сама работает. И пятая тоже сама. Эти первая, вторая дают динамику, а эти уже вроде как по инерции идут. Так, семерка, восьмерка. Теперь нам нужен девятый кадр. И вот на девятом кадре мы заканчиваем оборот полностью пятой карты. И прописываем А, И, локрот. И чтобы это все мягко переходило опять на первый кадр, нам нужно просто первый нулевой кадр сделать Shift D и перетянуть его на десятый кадр. Ставим в end 10 кадров, единица на нампаде, ставим шейдеры. Ну, давайте посмотрим, что получается. Вот такой прикольный вид. Надо еще посмотреть при рендере, как это все дело будет выглядеть. И давайте... Так, я сейчас это все сохраню и попробуем третью карту запустить вместе, допустим,
Ну вот вторая, третья, чтобы третья карта шла как и первая со второй. Вот, вот эти вот. Посмотрим сейчас. Так, это я пока сохраню для экспериментов еще. Save as. Плюс. И попробуем теперь, какой вариант. Так, единица на нампаде. Вот вы видите, что здесь даже разбито на таймлайне 0, 1. И вот 4, 5, 6, 7, 8, 9 кадр, они в принципе идентичны. За исключением поворота первых двух карт. Это 2, 3. Вот, за 2 кадра в принципе. Так. Поменяем. Если у нас теперь третья стоит в полоборота, так, ага. Получается, если третья стоит в полоборота, то уже вот эта карта, третья, должна иметь тоже, ну, как оборот, что ли, сейчас. Не знаю, как это сказать. Это в полоборот, это в четверть оборота. Ну, короче, где-то вот в таком духе. Прописываем А и локрот, единица на нампаде. Получается, это уже стоит, это в полный оборот, это получается в полоборота. И, короче, сейчас, так, это получается третий. И вот они нормально тоже так переключаются. Так, это третий был. Теперь на четвертом. На четвертом тогда делаем вот этой карте третий. Вот такой оборот. И следом, следом меняем, делаем поворот. Это какая карта? Четвертая. Вот. Получается, вот так они должны стоять. Это в полоборота, а это еще меньше оборота. Короче. Прописываем А и локация, ротация. Тин-тин-тин. И вы видите, они синхронизируют, ну, одинаково идут. У них амплитуда одинаковая. Вот. А последнюю можно чуть-чуть затормозкой поставить. Ну, такой эксперимент по картам. Еще хочу сделать, чтобы как бы колода вот так вот, ну, как выходила веером. О, блин, вроде карты. Говорю, проще объяснить, как дом построить. Я его туда... Ну, вот где-то вот такая анимация, вот такой эксперимент у меня по картам. Все, всем пока, до свидания.